Хорошая математическая задача. Корень квадратный 425 в квадрате минус 200 в квадрате. Вычислите это выражение, но не просто вычислите, а вычислите его легко и красиво. Свои варианты красивых решений пишите в комментариях, мы обсудим. Нравится видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вариант автора будет закреплен в комментарии. Главное, легко и красиво.